Казыму и Хали Сергея говорят, что фотографии старые, и новость тоже. Сайран приходится тоже лгать отцу, лишь бы прикрыть Ферита. Однако Фериту все мало, он обвиняет во всем Сайран. Халис просит внука рассказать ему правду, только так он простит ему. Но Ферит в очередной раз обманывает его, не думая о последствиях. Сразу же после разговора с дедом, Ферит и Сайран и Аби едут на встречу с Тайланом, репортером. Тайлану приходится задеть честь Сайран, чтобы вывести Ферита из себя и заполучить очередную новость. От полного избиения Тайлана спасает Сайран, обняв Ферита. Но злость его так и не утихает. Теперь настала очередь Пелин терпеть крики Ферита. Но не тут-то было. Пелин сама устраивает ему истерику и спрашивает за все отданные ему годы и мечты. Казым не верит в бредни сватов про старые фотографии и новость. Просит Юсуфа разузнать правду. Об остальном другом узнаете в полной серии в озвучке от Аветурк.